Кыштыр-Богатайском районе Восточно-Казахстанской области в честь 550-летия казахского ханства открыли новый парк. Зона отдыха построена уроженцами села Акжар в рамках акции «Туган Жерге Тағзым». На благоустройство опустовавшего земельного участка потратили 25 миллионов тенге. В центре парка установили памятник знаменосцу Кабанбай Батыра Ердаулетбаю. Для самых юных сельчан построили спортивные площадки. Парки днем и ночью не пустуют. Сюда приходят отдыхать молодожены, выпускники школ и аксакалы. Парк стал любимым местом отдыха всех жителей.